Всем привет! Сегодня новый день, новый влог. Мы опять приехали на площадь на нашу кататься на велосипеде. Помахай, Регин, ручкой. Милана катается на скейте. Здесь ветерок такой хороший, прям обдувает классно. У нас тепло, не сказать, что жарко, нормально. Ветерок такой прохладный дует. Не знаю, слышно меня, нет, ветер дует. Мы вышли кататься, прогуляться. Дома сидеть надоело уже. Пишите, как у вас погода. Как у вас жара? Едем дальше? Да. Давай, садись. Удобная, да, мягенькая подстилочка? Да. Вот эта вот, поролончик. Классно. Ты что, мне сидушку намочила? Угу. Что, попила? Что, нет ничего? Нет, вообще там что-то. Что-то здесь воды нету. Наверное, то, что дома нету воды. Когда-то была, да, вода? Не трогай, там нет ничего. Здесь установили на площади Назарбаева лавочки. Обалденные. Сейчас я поставлю. Милан, перестань, пить нету. Того, что ты 100 раз повторишь, что ты пить хочешь, вода не появится. А ты загорай. Какая лавочка классная. Загорай? Да? Классная лавочка, удобная? Не классная. О, круто! Сейчас погуляйте, идите на площадке, потом пойдем в магазин, купим водички. Мороженое, может, купим. Идите. Сейчас воды. Идите, поиграйте пока на площадке. Наш велосипед стоит. Посмотрим. Давай, показывай. Смотрите, у него ночью колеса светятся, смотрите. Вчера мы гуляли вот допоздна. Прям у него колеса прям светились. Да, красиво. Хорошо. Издалека видать, да, кто где едет там. Идите, поиграйте на площадке. Идите, играйте вон, на площадке. К фонтанам подойти. Милан, пить там нельзя. Я не буду пить. Вы спрашивали, что здесь за здание на площади Назарбаева, по которой мы постоянно гуляем, да, здесь? Здесь у нас есть, вот, например, вот это вот. Это поликлиника 5-я наша городская. А вон то зеленое с желтым здание, это теннисный корт, получается. Там дальше идет после теннисного корта с таким куполом. Это школа для детей. Вон здесь стройка идет, дома. Вот это казахская школа, Назарбаевская, по-моему. И еще ЗАГС здесь есть. Где-то здесь. Вон он там. ЗАГС. И еще какое-то здание, я не знаю, он там с синим куполом. Вот. А вон то здание необычное, это какое-то культурное. Потом подъедем, я почитаю название. В общем, сейчас поездию, наверное, если дети будут играть на площадке, поездию вам покажу, что за здание окружает эту площадь, чтобы уже знали, что здесь находится. Помимо детских площадок, фонтанов и всей этой красоты. Здесь еще вот эту штуку сделали, такую красивую.
типа от солнышка может прятаться. Ну, конечно, она от солнышка не защищает. Такие лавочки классные. Удобно очень сидеть, так, знаете, полулёжа. Полулёжа сидишь, отдыхаешь. Классно. Сзади у меня такие цветочки растут классные. Герань. Очень красиво все вокруг. Вот. Мало машин здесь ездит. В общем, здесь можно сидеть, прямо отдыхать, наслаждаться. А мы намочили ножки. Ну, теперь будете плюхать. По одной ножке. Теперь грязь в ногах будет. Ну и что? А я чуть-чуть вам намочила. Ну и что, что грязь будет? А я одну ножку намочила, вот эту. Хорошо. Вы пойдете на площадку играть? Кайф было. Можно еще нет? Вы пойдете на площадку поиграть? Мама, можно мне еще одну намочить и все? Нет. Пожалуйста. Нет. Не надо ничего мочить. Мама, одну. Ты меня одну не спрашивала, как намочить? Чуть-чуть. Ты меня одну не спрашивала? Сейчас поеду, покажу вам здания, которые окружают площадь. Буду вам показывать. Типа мини-экскурсия такая. Здесь беговую дорожку сделали. Классную, надо будет как-нибудь сюда потом прибежать. Смотрите, что написано. Стрелочка такая. Написано: продолжай смотреть вперед. Бежать. Ты сам выбираешь, каким будет твой день. Вот такая вот красота у нас здесь. Сейчас я хочу один раз еще хорошо проехаться. Хочу это на заставку поставить себе. Сделать новую заставку. Справа от меня находится городская многопрофильная больница. Номер 5. Вот такая вот она, огромная, большая больница, которая сейчас на карантине. Там большими буквами написано «Карантин». Вот такая вот у нас большая больница. Здесь же он у нас, получается, и роддом, который был у нас на 31-й школе, перенесли сюда. Теперь этот роддом. Вот теперь здесь новый роддом рядышком. Не знаю, правда, какой он по качеству обслуживания. Ни разу там не была. Ничего сказать не могу. Кто там был, пишите в комментариях. Интересно будет послушать. Так, едем дальше. Так, подъезжаем к теннисному корту. Здесь такие вот елочки у нас. Посажена аллея елок. И здесь вот идет такой как стадион и теннисный корт, можно сказать. Теннис порталажу. Че? Стой! Стою. Тут елки и вон там теннис занимаются. Здесь говорят бесплатно. Хочешь теннисом заниматься? Вот наши девчонки не хотят теннисом заниматься, не их не говорит. Может, просто еще не повзрослели, не знаю. Там, по-моему, жду. С 8 лет, по-моему, там, я не помню, со скольки лет. Вот. В общем, здесь вот располагается. Вот она, областная специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по теннису. Это же классно ездить. Конечно, в разные страны. Ты смотрела Шарапову? Шарапову смотрела? Российская знаменитая теннисистка Шарапова, Мария Шарапова. Я не люблю Шарапову. Ты ее даже не знаешь и не видела.
рубашку вашу не помню. Вот она знаменитая теннисистка. В общем, у нас вот есть теннис. И дальше поедем, сейчас будет школа. Аллея из елок. Здесь должен быть очень хороший воздух. Еще около дороги сделали. Представляю, какая красота здесь будет, когда это все обрастет. Будет очень круто. Вот она, эта школа. Написано, что здесь написано у нас? Площадка. Сейчас мы сходим, посмотрим, что за площадка. Детская юношеская такая школа, куда мы ходили. Гимнастика получается. Такие клумбочки классные. Красиво. Красиво здесь, да. Площадка детская, там есть турнички. Цветочки здесь. Здесь все есть. Помнишь, мы здесь с тобой играли? Сейчас пойдем почитаем, что там. Еще, мам, написано. Мам, знаешь что? Я хочу играть еще в футбол. Посмотрим, прочитаем. Работает она, не работает. Посмотрим. А там есть для футбола вот. Да, хочу играть. Площадка. Вот такая вот. Здесь тоже и тренируются, получается. Иногда гимнастки тренируются. Футбол играют. Такая крытая площадка. Клумбочки. А эта статуя стоит. Получается, статуя гимнастки. Вот такая вот. С кольцом, с мячом. Очень классно. Посмотрим. Здесь какой-то купол поставили с книжкой. Что-то Абай там написал. Пойдем на площадку. Абай 1845 года. Интересно. Книга. Здесь, смотри, даже листать прям, да, можно? А, нет, нельзя. Красиво, прям стразики сделали. Видела? Блёстки. Обалдеть. Заходим. Читать надо, что тут написано. Дворец школы закрыт на карантин. Видишь? Администрация. Соблюдайте карантин, режим вход строго в маске и перчатки. Сопровождающий вход воспрещен. Масочный режим. Закрыто, короче, тут. Это дворец школьников, видишь, отдел образования города Уральск. Мам, сейчас у нас ходишь? Мама, погоди, я прям себе... Я отойду, когда ты будешь подъезжать, давай. Ёлку не врежься. Я советую не брать вот такую жару. Скейт и... Я хочу. В следующий раз не бери. Все, давай. Так, здесь находится Назарбаевская школа. Вот такая вот с таким забором. Площадь очень хорошая там. И здесь для машин получается вот такой вот классный козырек. Получается, а мы ездим вокруг площади Назарбаева. Получается школа. Назарбаевская казахская школа. Вот. Тут елки растут. Я не знаю, получится на внутреннее, не получится заехать. Там, скорее всего, все закрыто. Угу. Трегина стоит тут у нас. Так. В общем, вот такая вот школа. Парковка тут. Все закрыто. Вход строго через контрольный пункт. Вот написано Назарбаевская интеллектуальная школа. Так, сбоку от президентской школы
У нас идет суд номер 2. Его, кстати, сюда перенесли, да? Урал Каласын номер 2, суд номер 2. Вот. Палочки посажены. Вкусно. Я знаю, я сейчас назад поверну. Суд номер 2 города Уральска, да, вот он. И там вот такие дяди сидят. Классно. Все. В общем, все, что осталось показать, там только ЗАГС. Я вам уже его показывала, у меня он есть в видео. Так что вы теперь знаете, что окружает площадь Назарбаева. Что это за здание, многие здания там еще строятся. Мы с девчонками сейчас зашли в магазин, купили воду, мороженое. Они вон едят мороженое, охлаждаются. Жара на улице невыносимая. А мне надо вот в этот магазин. Потом будет зайти. Здесь коврик силиконовый посмотреть тоже. Не знаю, я это как-то, наверное, в отдельных... Отдельно от детей, наверное, надо будет вот в это здание. Твой дом, квант. Заехать. Вот сейчас едем домой, потому что уже жара такая прям началась сильная и очень жарко, невозможно гулять, потому что жарко и вы устали. Да. Все домой хотят, так что поедем сейчас домой. Вечером, наверное, еще выйдем погуляем, когда не будет жары у нас. В общем, говорю детям то, что пускай берут в следующий раз велосипеды, потому что на скейте это просто жопа кататься в жару в такую, постоянно над ногами отталкиваться. Очень тяжело. Я девчонкам говорю, берите велосипеды, садитесь. Вот Милана на этом велосипеде, нам надо будет на велосипед еще вот сюда вперед на руль. А, эту корзинку. Чтобы в корзинку можно было положить там воду, печеньки, что-нибудь перекусить, все такое. Вот сюда корзинку нацепить можно, положить что-то и ехать. Устал, съел, покушал, передохнул, попил водички, сока. Красота, надо купить эту корзинку сюда. И мне тоже велосипед еще один, отдельный. Вот. Чтобы я могла бы с детьми вот так тоже ездить. Мне очень нравится, классно.